Ну что ж, давайте продолжать. Герои должны защитить повозку с частью тела Азириса и доставить ее в город, иначе Кемсит захватит ее и уничтожит. А это не этот, в этом саркофаге лежит бог, часть тела бога Осириса, которого обманул и убил Сет. Тело Осириса разрубили на части и рассеяли по всему Египту. Кемсит усердно пытался навсегда уничтожить эту часть. Если Осирис уже мертв, чем нам поможет часть его тела? Убить бога не так просто. Смерть для Осириса вовсе не конец. Если нам удастся собрать части его тела воедино, он и живет. А если Кемсит уничтожит хоть одну, все пропало. Понятно. А ну тише. Мы угодили в засаду. Доставьте часть тела Осириса в город. Аркантос и его отряд попали в засаду в ущелье. Мы должны спасти их, времени мало. Как можно скорее подготовьте армию и отправьте ее на перевал, прежде чем Кемсит сбежит с частью тела Осириса. Упс, теперь часть Осириса у нас. Что? А, их разнесли, блин. Так, ну погнали еще. Ну это такое себе за пацанов за этих идти. Во, может быть здесь мне помогут? Эти как их? Колесница, ребят, на колесницах. Так, кто у нас тут? Так, мы в третьем веке. Это карта. Змеи. Мертвецы. Блин, они быстро несутся. Как успеть-то, блин? Что? Что произошло? А, все? Все хорошо? Я надеюсь, все хорошо. Так, ладно, давайте. Простагма? Не. Get the Osiris priest to the city. Так, все, несемся как цари. Так. О, блин, это тоже может так делать. За срань. Так, ну-ка вернули назад. Так, хорошо, что. Лейзенай. Простетимос. Интию, Герри. Прошлейзе, вулум, нарошеше, эсто. Да ты попёрся-то, алё. Ну ладно, хорошо, иди здесь. Вулуме. Интию. Прошеше, малина, не. О, фараон. Фараон, иди сюда. Ак. Эрифир. Ну ладно, допустим, что здесь лучше. Вообще выглядит, что действительно здесь лучше. Фараон успеет, хорошо. Так, ладно, надо сейчас, наверное, что, я не знаю, что-то надо. Так, окей. Так, колда идет. Так,
Так. И на развороте. Погнали. Почему я не могу атаковать? А, нет, могу. Странная хрень. Ладно. Ну, они там нормально несут на меня, да. Но у меня такое ощущение, что это им не поможет, слишком маленькая армия. Так, давайте в следующий век выйдем. Тот или Гор. Бог мудрый, специализация, работники боевые слоны. Кстати, специализация пехота. А, вот кто мститель это делает. Давайте все-таки. Тот-то. Это кто? А, это анубиты. Прикольно, за нас анубиты. Забавно. А почему? А, у меня лес никто не добывает. Идите добывайте лес. А где? А что? А как? Ну, что-то как-то это вообще сложно не выглядит. Прям совсем не сложно это выглядело. Давайте на развороте. Ах, вы негодяи какие, а? Как, господи. Очень страшно. Почему я не могу атаковать, я не понимаю. Да все, она моя, алло, она моя. А вот кто? Ну что начинается такое? Странно, почему-то атака в движении не работает. Не знаю почему. С чем это связано? Идите, заберите ее, все. А вон там еще кто-то. Охренеть, они мне там разнесли. Ладно, это уже поинтереснее. Это уже реально поинтереснее выглядит. Что это такое? О, это наша, прикольно. Ну все, петушня. Пора вам кончаться. Нормально вроде затащили. Да это смешно. Ну хотя 3.8 на самом-то деле. Охренеть, там еще идет какое кодло на меня. Бабах. Ну и все, по-моему. По-моему, парни навеселились. Питашка, ты возродишься, нет? А, там... Надо, чтобы время прошло. Боюсь на здоровье. Ну, такое себе, честно говоря. Я ожидал большего.
Мне казалось, что в детстве это было куда сложнее. Вот в Варкрафте была похожая миссия, я помню, в TFT. И как-то она больше мне проблем создавала. И было играть интереснее. Так, ну ладненько, давайте тогда стоп-старт сделаем.